друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Продолжаем выкладывать видео про короткие рецепты от Green Chef. Сегодня будем делать салат из тунца. Тунец у нас будет натуральный. Все ингредиенты уже есть. Сейчас займемся быстрым приготовлением. Что нам необходимо будет сделать? Вначале мы берем, моем лимон, срезаем с лимона 5 кусочков цедры, берем петрушку, отщепляем от центрального стебля листочки, листочки будем использовать для салата, а вот получившиеся цедры, вот этот вот центральные стебельки петрушки мы добавляем в кипяток, в котором будем варить непосредственно тунец. Пока тунец варится у нас, мы быстро мелко рубим приготовленный красный сладкий перец и греческие оливки. Мелко все это порубим. Это уже готовые полуфабрикаты. Потом, по идее, мы должны варить кускус, который будет добавляться в салат. Я уже готовил подобное блюдо, и мы с женой решили, что кускус в этом салате будет совершенно лишний, и кускус лучше использовать для каких-то других целей. Поэтому мы вот этот пункт убираем. Желающие, конечно, могут приготовить кускус. Вода закипела с цедрой и стеблями петрушки. Сейчас нам нужно вскрыть вот эти две упаковочки с тунцом и бросить кипяток и буквально немножко проварить. Необходимо будет проварить тунец в течение 8 минут, и все будет готово. Практически салат уже готов. Положили сюда вымытый шпинат, положили сюда порезанный лук, половинки помидорков черри, мяту положили, измельченные греческие оливки и сладкий перец. Все, что нам осталось, это взять, достать рыбу и ее вилочкой растолочь и добавить, соответственно, в наш салат. Итак, все, что надо, это перемешать ингредиенты. Берем салат, опускаем наш тунец. Опустили. Далее высыпаем маринованных каперсов. Приправляем лимоном, тот, который остался после цедры. Необходимо удалить косточки, если у нас выпадают косточки из лимона, значит их нужно будет оттуда достать. И, соответственно, у меня еще лимончик тут остался. О, все, выжали. Полностью выжали лимон. И вот такая заправка итальянская. На основе бальзамического уксуса мы, соответственно, тоже выливаем. Все. Дальше осталось салат перемешать и подать на стол и есть. Вот, собственно говоря, весь рецепт. Очень быстро, меньше, наверное, 20 минут. Контрольный жор. Ну, что скажешь по поводу... Мы же пытались уже такой салат сделать, да? Аналогичный. Мы делали только вчера. Да. Там добавлялся кускус в виде каши, да? Да, мы добавляли кашу. Получается очень сытно. Я согласна. Но каша несовместима с рыбой. Мне кажется, это вообще несовместимо вещь. Но они просто решили добавить этот кускус, чтобы сделать просто сытное блюдо. Да. Но без кускуса намного лучше. Чисто классический итальянский получается рецепт, лучше да? Лучше вкусно, да. Каша, она немножко сбивает вкус. Я считаю, что она немножко портит. Венца откроем белого? Давай.
У нас сегодня будет белое вино хорошее. Так, что сегодня пьем? Пино Гриджио. Урожай 2008 года. Итальянское. Да? Угу. Сейчас мы это дело запробуем. Ты